Приехали в Уфу 24 октября на соревнования первенства республики среди девочек 2003 года рождения и младше. У нас там автобус наш высадил, он там поехал впереди. Сейчас идем в нашу любимую гостиницу «Колибри». Да, я тоже. Но первый раз в Уфе, когда нету ни снега, ни дождя, сухо, хорошо. Даже странно. И не холодно. Может, значит. Может, это к успеху? Да. Заехали в хостел наш любимый. Алло, мы доехали. Здесь ремонт сделали? Да. Татьяна, он уже старый, 13 лет. Да. Приехали мы за один день. Пораньше здесь нормально. Да. Чтобы завтра 6 утра не вставать, не ехать никуда. А еще вот признак салаватских. Видите, разбитая бровь в неравном бою. Ксюша. Всем привет, дорогие наши подписчики. У нас тут ужин. Мы приготовили гречечку на выбор или рис. Диана Ринатовна приготовила соус. Я почистила сосиски. Ксюша порезала огурец. Всем приятного аппетита. Утро. 25 октября. Идем на игру со сборной Башкирии 2005 года рождения. По нашему любимому пути. Налево-налево, направо. Автобус. Здесь вот военкомат. Жалко, мы девочки. Так бы проиграли бы, сразу в армию пошли бы. Выиграли сложный матч. 3-2. Не ожидали, что так будет сложно. Тяжело. Даже Диля пришла. Мне на сегодня попасть. Мне нельзя фиксировать, что я была с вами. Диля пришла даже, кстати, вот первую партию мы выиграли. И Диля пришла. И мы вторую вообще в ноль сели. У вас какой счет там был? 25-13. Я уже все подумал. Все. Черная метка Диля пришла. Все. Да блин! Потом вторую партию проиграем. Все, я думал, точно Диля. А потом Ксюша с Кариной собрались. Команда собралась. И все, выиграли. И оказалось, Диля не черная метка. Ну или как Диля сказала. Кто-то был больше белее метка, чем Диля черная. Хотя больше черной Дили метки быть вообще не может. Сейчас, спасибо. Матч был очень сложный. Мы думали, что будет попроще. Но вторую партию встречи нас вообще просто прибили. Наши же ошибки свои же. 5 раз не подаем, 5 раз не принимаем. Но потом собрались, лидеры включились, выиграли. С игры не получается снимать, потому что камера на балконе стоит, игру снимает. Там не до этого. Вторую камеру обзаведемся. Будет хорошо. Кто спрашивает про трансляцию, трансляции нет, потому что ноутбук мой не тянет уже трансляции. Так что придется без трансляции. Дель. Сейчас идем пообедаем. Потом у нас парад. Идем в столовую, покушаем наше любимое. Я ничего не понял. Короче, она сидела здесь с БК, мы сидели, там Гуччи выпустили на коленнике. Волейбольные. Да. Сколько стоит? Черные. Как обычно, высокая. За сколько? $1000? Нет, 257. Чего? Долларов. Зашибись. Кушаем. Вот Оля сегодня была первой победой в жизни. Она вот еле по мячу попадала, вот так она кушает, как птичка. Уважаемые родители, посмотрите, как кушают ваши дети. Вы вообще ничего не кушаете. Мы папа. А чего вы ничего не едите, объясните? Не ем, плачу, корону. Карина взяла себе там 3 картошки. Что ты хочешь сказать, наешься? Да. Мы
поздно будем кушать. Знаешь, у вас, наверное, что-то спрятано в ваших вещах. Неправда. Будем сегодня шмон делать. О, щеки набило и сидит. Дева, ты же рис не ешь, ты мясо не ешь. Ты заболела? Вообще-то я рис. Мы сколько ругались, что ты не ешь этого. Плакала, сидела на Нефтекамске. Да хватит, что? У Милана сегодня первая победа в качестве волейболиста. Ты чего отходишь? Ну что? Вот здесь мы живем. Просто. Чтобы не валяться, вышли. Зарядочку. Смотрится. Ну, какое утро, уже 10. То все спят, у нас игра позже. Где остальные-то? Пойдемся. Утренняя зарядка. Музыку наложим там, типа, эсеровского формата. Прямее держитесь. Карин, как ты спалась? Хорошо. Ева, тебе кошмар приснился? Что там было, расскажи. Война. Война? Ты победила? Да. Конечно. Я не воевал. Мы идем смотреть игру, ура! Оператора покажи. Вот оператор. Я не умею снимать. Отыграли игру, выиграли. Кого выиграли? Кигинский район. А, Кигинский. Кигинский район, блин. Идем посмотреть Урал. Идем обратно. Она стесняется. Идем, да, девочки. Фоткалась, когда маленькая была, и там фоткалась, когда маленькая была. Мы подходим. Мы переходим дорогу, а вот зал, стадион, Динамо. Мы заходим в зал. Заходи, иди с нами. Руда, блин, воду надо оставить, наверное. Здесь надо гроба оставить. Что, мы встречаем прям? Ну, был вон там. А это можно, интересно? Или же перед окнами туда там? Или же перед окнами туда? Мы с нестерпением ждем, когда зайдем в зал. Мы идем. Наконец-то. Скорее бы зайти в зал, увидеть эту атмосферу. Волейбольную атмосферу, это же так классно. Да, мы рисуем. Пошлите, мы рисуем. Смотрите, там вход. Мы купили билеты. У меня сектор 1-4 место. Диана Ринатовна. Сектор 1-4 место 9. У нас здесь. Налево собираться. Мы ждем с нетерпением, когда зайдем. Девочки нас хотят накраситься.
Да и сидите. Какое место я слушаю? У меня... Сада. У тебя есть? У Маши билет тоже есть. У меня тоже. Совпало. Смотри, какой ряд. Пятый. Можешь придержать? За 5-6 место играет сборная Башкирии 2005 года и город Кумертау. Наша игра следующая. Что вот играли мы? Третьими стали. Проиграли мы свой полуфинал Фениксу. Нас свели с ними в полуфинале. И мы не справились. Проиграли 3-0. Третий парень только волейбол более-менее показали, в остальном не справились. Так бы, конечно, не лучше в финале с ними встретиться. Потому что, ну, та команда послабее тебе будет. Мы с Тритамаком за третье место спокойно выиграли, просто там партию отдали, то что помоложе команду выпустили. 6-й год. А так задача была в призах, но финал должен быть. Оля, судья, главный смотритель. Да. Вот. Слушай, поздравляю, ты бронзовый призер республики. Сейчас ни одной медали нет вообще, ни одной. Ну, ты до Карин тебе еще далеко, конечно. Да. Оль тоже молодец. Бронза. Первое соревнование, первая медаль. Бронзовый призер республики. Волейбольная медаль получится. Ты у тебя третьих мест миллион. Я думал, ты чемпионом будешь. Станешь в один ряд с нормальными волейболистами. А вы так и до сих пор будете. Ну, уже поближе стали. Так были ноунеймы, а так бронзовые призеры. Награждение у нас тут. Решилось
Ну, третье место тоже неплохо. Сам Сергей Сергеевич. Та-да. Нас награждают. Он с Михайловым был. Друзьями. Так что. А, ну да, до сих пор. Извините. Не фокусируй. Не фокусируй. Ой, спасибо. Все заснял. Смотрите нас на YouTube-канале наш. Вот у Милана первая медалька. Первая сторона, первая медалька. И у Милана первая сторона, первая медалька. Куры, приходите к нам в Салават. Будете на первых сторонах с медальками. Говорят, медалька даже дали. Медаль. Она тоже играла. Она с утра побрела и вышла играть. А вот там сидят топовые тренера и судьи. Новое поколение. Первое место СОЖ 34 Феникс. Второе. А, нет, СШ 34, спортивная школа. Второе место. СОЖ 97. Город Уфа. Ну, мы тоже молодцы. Первенство республики все-таки, да? Ева.